А ми повернулися до студії вже не самі. В нас в гостях Вікторія Халілова, флорист. Девіз по життю в руках таланта. Все може служити орудієм к прекрасному. Ну що ж, Віко, вітаємо тебе. Сьогодні будемо говорити, як і анонсували, про весільні букетики. Я бачу, що Віка вже підготувалася. В тренді цьогоріч ось такі. А які саме, дізнаємося вже з твоїх. Здравствуй, Кусь. Всім доброе утро. У мене сьогодні прекрасне настроєння. Я рада, що я знову з вами. Я прийшла в студію не з пустими руками. Я принесла для програми «Новий день» ароматнішу фрізію. Це для вас. Поставити її у вазочку. Студія букетики дарить вам. Боже, Інна, собачок тобі відразу. Отличне настроєння. Букетики. Так. Лимончиков немножечко. Да. Есть цитрус, запах цитруса. Есть цитрусы. Боже, как приятно принимать таких гостей. Я очень рада. Сегодня я пришла рассказать, так как грядет свадебный сезон, наши невесты должны знать немножечко о вкусах, о трендах этого 2016 года. Я принесла легенький такой вот воздушненький букет, но в своем любимом тоне, то есть своих лиловые, нежные такие сиреневые тона. Итак, у меня первый вопрос к тебе про вот этот, я не знаю, одуванчик, у меня одуванчик такое что-то странное. А поки Інуся буде цікавитися, я думаю, що букети – це суто жіноча тема. Я, мабуть, побіжу готувати, Інуся, для тебе та й для Віки музичний кліп. Принеси вазу. Побіг, все зроблю. Давай, кліп і вазу. Так, Вікусь, возвращаемся. Рассказываю о свадебном букетике. Здесь в состав входит вот этот красивый шарик. Вот, вот. Инна, тебя он заинтересовал. У меня просто, это, знаешь, просто декоративный лук. На самом деле он даже пахнет луком. Если немножечко так вот принюхаться, есть запах. Есть, но пахнет цибулькой. Также в состав я добавила кустовую розу, пиановидную розу и просто безумно красивые анемоны. Они вот такие вот с черненькой серединочкой и лиловым оттеночком. Делает этот букет такой более как бы необычным, изюминкой и весенним. А к какому стилю свадьбы может подойти этот букет? Конечно, этот букет не будет подходить для очень нежной невесты. Для нежной невесты нужно что-то нежное, такое вот пурпурное, бежевенькое. А здесь более для такой брюнетки дерзкой, чтобы она сочеталась вместе с этим букетиком. Хотя, для невесты, которая знает, чего хочет от своей конечно, свадьбы. Конечно. Хотя этот год запатентовали в этом году тренд цветочной нежный розовый кварц, то есть должны быть оттенки свадебные, все какие-то розовые, также добавляются цвета немножечко сирени, голубоватых оттенков, но невесты не должны забывать о том, что они неповторимы и у них должен быть свой стиль, свои оттенки, не обязательно идти по каким-то трендам и делать то, что как бы нам предлагают, идти со своим что-то интересным и незабываемым. А какие еще цвета, кроме сиреневых, розовых, сейчас в тренде для тех, кто не очень любит розовый цвет? Лучше, конечно, и очень же хорошо будет сейчас как бы лето, весна идет, что-то нежное, голубенькое, это голубая фрезия подойдет, будет красиво смотреться в этих букетах, дельфиниум, он немножечко есть голубоватый, синего цвета, что-то такое летнее, легкое, и, конечно, бежевые оттенки в свадебных букетах хорошо смотрятся. В этом нашем букете я не наблюдаю какого-то контура четко очерчено, и вот мне интересно, это все букеты такие в тренде, или это просто один из видов? Я вот всегда настаиваю, предлагаю невестам, чтобы они забыли эти четкие круглые полусферы, которые уже все, так все, не, все используют. Уже все, вот и 2014, 2015, и вот как-то невесты старались. Я хочу, чтобы букет был каким-то воздушным, распашистым, каким-то он таким собранным охапкой непонятной. И все-таки это интересно и запоминающе будет смотреться. Какие еще цветы могут использовать невесты? Вот, допустим, я очень люблю пионы, но где-то слышала, что в свадебном букете они не совсем подходят. Это миф или реальность? Это миф. Пионы смотрятся безумнейше в свадебном букете, но, к сожалению, не каждый сезон подходит для пионов. Прибегают невесты иногда, я хочу пионы, но есть такое время года, когда это невозможно. Естественно, можно предложить что-то другое. Допустим, сейчас весна, очень сезон у нас рунункулюсы. В народе их называют просто лютики. Вот, пожалуйста, очень красивый заменяет пион, смотрится прекрасно. Скоро май, июнь, и уже тогда начинается сезон пионов, и можно делать
оставляют безумно красивые букеты. А вот по поводу роз, некоторые невесты, которые наоборот хотят идти в ногу со временем, говорят, что розы — это уже что-то такое прошлое, былая эпоха. Ну, это как бы просто классика. Классика, если же вот идти по стандарту, конечно, можно подобрать и сделать необычный свадебный букет из кустовой розы, стандартной розы, что-то смиксовать, добавить больше зелени. Но лучше поиграться что-то с декоративным, вернее, с экзотическим каким-то либо цветочком. Все-таки это будет более интереснее и эффектнее. Кусь, а что ты еще можешь напоследок посоветовать нашим невестам в выборе букета? Может быть, какие-то основные принципы, истины, на что нужно обратить внимание? Забывайте о каких-то стандартах, делайте что-то безумное, добавляйте свою изюминку в свои букеты, советуйтесь с флористом, доверяйте ему, и ваш букет будет просто неповторим и необычным. Спасибо тебе, Викуся, за сегодняшний разговор. Я думаю, что все невесты себе уже в блокнотик записали все твои советы. Думаю, что это не последняя наша встреча по поводу свадеб, что мы еще поговорим с тобой и о декоре свадебном, и о свадебных букетах других стилей.